Но вначале срочные новости, которые в эти минуты приходят из Красноярска. Там горит оборонный завод «Красмаш», тот самый, где производят межконтинентальные баллистические ракеты «Синева» и новейшие «Сарматы». Сами цеха вне опасности, горит склад, который арендует другое предприятие. Внутри 50 тысяч холодильников, как сообщается. Площадь возгорания к этой минуте, как передают информационные агентства, уже достигла 24 тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля. На месте работают 16 автоцистерн пожарных. Пламя тушит около 100 спасателей. Угрозы жилым домам нет. Сейчас вы видите кадры с места ЧП, которые снимают очевидцы. Мы будем следить за сообщениями из Красноярска и обязательно еще вернемся к этой теме.